Андрей, приветствую. Сколько ты занимаешься малым бизнесом? 2 года. Чем ты занимался раньше? Кем ты был раньше? Предпринимателем. Ну, зарабатывал деньги сам. Почему ты занимаешься малым бизнесом? Потому что считаю, что это очень высокий уровень для меня. Что для тебя самое ценное в малом бизнесе? Отношения. Отношения ценные. Честность, открытость. Умение помочь. Вот такое некое отцовство. У меня очень хороший наставник, который мне как отец. И он мне не боится сказать правду матку в глаза. И вот за эту честность, порядочность, конкретность. И в нашей компании таких людей очень много. И вот за это я вот люблю нашу компанию. А что ты чувствуешь, когда занимаешься этим бизнесом? Ну, это такое творчество, понимаете? Чувствую много чувств. Но мне интересно этим заниматься. Я не могу сказать, что я чувствую, но мне этим просто интересно заниматься. Ну, кайф чувствую. Какая у тебя цель в этом бизнесе на ближайший год? Ближайшая цель моя на ближайший год – это выйти на доход порядка там 40 тысяч евро в месяц. И ты считаешь, что это реально? Более чем реально. Более чем реально. С нашими продуктами, с нашей компанией, с нашим президентом, с нашей системой обучения, с нашей командой – это более чем реально. Андрей, благодарю тебя за обратную связь. Я желаю тебе успехов, желаю тебе достижения целей, благополучия твоей семье. Спасибо, Роман Викторович.